Всем нихао, друзья, с вами я, Эдскрабер. И сегодня у нас тоже много событий, друзья. В этом видосе розыгрыш Mi Band 4. Условия очень простые: подписка на этот канал, лайк этому видосу, любой комментарий или пост, где хотите. И также подписка на телеграм-канал, друзья. Ну вот и все условия. Mi Band 4 уже тебя ждут. Да, действительно, создатели MIUI некоторые фишки от нас скрывают, но сегодня мы все подробно разберем. Также, в частности, как удалить всю рекламу на вашем MIUI 11. Все эти фишки находятся в открытом доступе, но все это я собрал для вас в одном видосе. Root-права не нужны, поэтому без напряга поднастроим свой телефончик. И потом еще поговорим о регионах. В каждом регионе есть очень интересные фишки, свои своеобразные. Я вам про несколько регионов расскажу, и вы просто, друзья, обалдеете. Также не забывайте, что второй конкурс проходит на этом канале, все ссылочки в описании, там разыгрывается телефон версия 464. Первое, для того, чтобы отключить рекламу, мы переходим в настройки. Далее пароль и безопасность. Следующее, доступ к личным данным. И здесь есть такая вкладочка, называется MSA, MIUI System Ads. Это как раз штука отвечает за рекламу. Мы ее отключаем, активизируем. Но перед этим система нас предупреждает: после отзыва разрешения приложения прекратит сбор данных и удалит все свои данные с серверов. Это может сделать приложение практически непригодным для использования, отозвать разрешение. И вы ждете там несколько секунд, друзья, и отзывайте разрешение. В этом нет ничего страшного, я уже проверял, галочку убирайте, все окей, реклама в этом отношении пропадает. Но до конца эта проблема рекламы на самом деле не решает. Вас, наверное, раздражало, когда вы заходите в музыку, выскакивали различные баннеры, там, допустим, различная реклама, непонятно вообще чего и откуда и как. Конечно, все это компания Xiaomi делала для того, чтобы зарабатывать немножко денег на рекламе, потому что в целом вы знаете, что телефоны Xiaomi очень доступны, Redmi очень доступны, дешевые и все такое, надо же им, в принципе, где-то отыгрываться. Так вот, за счет рекламы они могут отыграться и часть сделать прибыли именно за счет рекламы, поэтому они напихали ее просто везде и как только возможно. В предыдущем видео я уже говорил о том, что в ColorOS нет рекламы, и здесь она пока еще оболочка держится. Если она будет плюс-минус окей, то очень будет хорошая альтернатива MIUI 11. Так вот, заходите в музыку, далее такие три полосочки, следующее вы нажимаете настройки, и далее вы переходите в расширенные настройки. В расширенных настройках вы отпускаетесь вниз и вы видите «Получать рекомендации». Отзывайте галочку «Не получать рекомендации». Смотрите, MIUI очень захитрила и, ну, как бы написала, да, не рекламу отключить, не еще что-то, а именно рекомендации. Если вы их отключите, соответственно, у вас пропадет вся реклама. Следующее, где нужно убрать рекламу, это проводник. Тут еще хитрее китайцы запилили таким образом, чтобы вообще не было возможности найти. Мы проходим в проводник, далее нажимаем на три полосочки, следующие настройки. И угадайте дальше, куда нужно перейти. Тут, в принципе, нет и намека, а называется вкладка «Информация». То есть в информации получать рекомендации, соответственно, здесь мы это отключаем, хозяйство, и окей, дальше радуемся. Рекламы уже в проводнике нет. Следующее – это очистка. Кстати, можно очистить телефончик, да, красиво, чтобы не было лишнего. Здесь мы нажимаем на иконку щетки и переходим в следующее меню. Далее на иконку настройки, прокручиваем вниз и опять получать рекомендации выключаем. А следующее видео, там тоже все немножечко хитро, тоже в видосе очень много всякой рекламы напихано. В видео вы переходите в профиль, далее настройки. И смотрите, здесь, друзья, есть такая галочка, называется она онлайн рекомендации. Xiaomi-сты тоже пытаются потихонечку разводить на рекламу таким образом, но мы можем телефончик настроить так, чтобы и рекламы не было, и телефончик был отличный и дешевый. И далее безопасность. В безопасности, в принципе, все то же самое. Заходим в настройки, прокручиваем вниз и здесь получать рекомендации. Все как бы выключаем. Здесь все очень даже просто. Но еще в загрузках можно посмотреть, где хотите, в принципе, друзья. Вот она сразу высвечивается. Здесь мы заходим в настройки и получать рекомендации мы тоже снимаем галочку. В принципе, в каких бы приложениях вы не были от компании MIUI, вы можете снимать везде галочки, чистить все это от рекламы. Соответственно, это меньше подгружает ваш телефон, забирает меньше энергии, забирает меньше интернета. Ну, в общем, одни плюсы только от отключения рекламы.
Также на соседнем канале вы можете узнать следующую часть этого видео, можно сказать, то есть продолжение настройки MIUI. Допустим, как уменьшить жор батареи и другие необходимые настройки для вашей MIUI, вы можете найти на канале AliHolic. Артем вам все подробно в этом отношении расскажет, покажет и все сделает. Также не забывайте, что там проходит розыгрыш Mi Band 4 на том же канале. Поэтому, друзья, все по красоте душевной, все для вас. А мы продолжаем. Но есть еще один лайфхак. К регионам мы пока не перешли. Но, друзья, если вы выберете регион Великобритания, вы просто обалдеете. Этой рекламы у вас не будет. В принципе, почему? Потому что на территории Великобритании есть закон, запрещающий встраивать рекламу вот в такие приложения. Поэтому Великобританию выбрали, друзья, и все окей, у вас как бы рекламы нет уже в принципе нигде, кроме одного места. Когда вы заходите в папку, обратите внимание, мне сразу высвечивается куча рекламы. И даже Великобритания здесь не помогает. Здесь нужно отключать именно индивидуально. Зашли в другую папку, обратите внимание, внизу идет реклама. Может быть, кому-то это мешает. Может быть, нет, но меня это напрягает. Тапаем по названию папки, и вы увидите здесь галочка рекомендация. Соответственно, вы ее отключаете. Переходите в другую папку, также тапаете рекомендации, отключаете. И так вы делаете со всеми папками, друзья. То есть вам нужно почистить и почекать именно абсолютно все. На этом по рекламе по сути все. Всю рекламу вы отключили на своем Xiaomi, и теперь он у вас будет летать гораздо быстрее, гораздо шустрее. Следующий момент – это регионы. Регионы очень много влияют на настройки телефона. Почему так вообще в принципе происходит? Потому что у каждой страны свои снипы, то есть свои определенные требования для электроники, электронных девайсов и так далее. Компания вынуждена подстраивать под каждый регион свои определенные настройки, чтобы учитывать законы той или иной страны. И это касается не только Xiaomi, это касается в принципе всех гаджетов. В основном многие страны отличаются одними и теми же требованиями, но есть страны, в которых требования очень сильно отличаются, соответственно, есть определенные преимущества. Друзья, наверное, вы настолько скиллованные, что о регионе Индия вы знаете почти что все, а что там более громкий звук, там более интересные какие-то моменты есть и настройки появляются именно в регионе Индия, но есть и другие интересные регионы, о них я сейчас вам расскажу. О регионе Великобритании я уже вам рассказывал, то есть если вы хотите, чтобы у вас не было рекламы, вы просто включаете регион Великобритания. На территории этой страны реклама запрещена, соответственно, у вас ее не будет. Следующий регион – это Сингапур. Если вы выберете этот регион, то у вас добавится громкое звучание внешнего динамика и в наушниках. Но, как показывает практика, в наушниках реально повышается планка по звуку, в динамике плюс-минус остается то же самое. Может быть, есть какие-то изменения, но они не совсем заметны. Но Сингапур в этом отношении разруливает. Я еще вам подскажу, что есть другой регион, который может поднастроить у вас звукач еще круче, без всяких root-прав. Об Индии упомяну, что там есть еще настройки системных шрифтов. Да, и в этом регионе вы можете слушать музыку онлайн, смотреть видосы онлайн, но все это будет на индийском языке, конечно, вам это не интересно. Но выбор шрифтов – это тоже интересная тема. Вот, многие задают вопрос, почему мне не приходит прошивка, или я хочу, чтобы моя прошивочка приходила в числе первых, чтобы я мог протестировать, посмотреть там по красоте душевной, какие новинки и все такое, особенно мы ждем влог. Но я лично жду влог, друзья, не знаю, что вы ждете, пишите об этом обязательно в комментариях. Так вот, для этого вам нужно выбрать регион Мексика или Индия. Также некоторые источники пишут, что Китай, но Китая, в принципе, я не нашел почему-то в этих настройках, друзья. Но Мексика и Индия есть, так что можете поднастроить, и здесь будет у вас прилетать новые прошивки, будут прилетать в числе первых. Следующий регион – это США. Вот здесь очень интересно. Соединенные Штаты Америки. Этот регион позволяет работать с жестами в смартфоне более точно и более плавно. Видимо, для того, чтобы не ударить в грязь перед айфоновцами или еще кем-то, да.
На самом деле я проверил, жесты оказались почти такими же, ну как бы особой разницы нет между ними, хотя на первый взгляд реально кажется, что жесты немножко половнее стали, вот именно сама анимация покрасивее и все такое, но возможно, друзья. Также регион США позволяет улучшить качество звука, и басы становятся более глубокими и насыщенными. Вот здесь вот настройка под тех, кто любит хорошую музычку, можете проверить, друзья, США реально басы отруливают неплохо, поэтому можно поменять регион. А, кстати, не забывайте после того, как вы поменяли регион, сделать перезагрузку всего телефона, потому что как только вы сделаете перезагрузку, регион вступит в силу. Это, друзья, все, что я хотел рассказать вам об отключении рекламы и также оптимальных настройках в отношении региона. Всем спасибо, с вами был я, Эдскрабер, не забывайте подписываться на этот канал.